В любое время года земледельцы занимаются сельскохозяйственными делами. Особенно заметно это в начале весны, когда уход за озимыми культурами становится главным приоритетом. Наши труженики не теряют времени и с наступлением благоприятных дней сосредоточенно выполняют необходимые агротехнические мероприятия, в том числе и подкормка озимых. Подготовка к посеву яровых культур также в самом разгаре, и вскоре начнется активная работа. О том, как проходит ранневесенние полевые работы, нам рассказал начальник управления сельского хозяйства района Заур Самугов. В районе начались ранневесенние сельскохозяйственные работы. Все фермерские хозяйства района подошли за подготовкой техникой. Значит, в районе на сегодняшний день у нас идет подготовка почвы, подсев яровых культур. Также идет ранневесенняя подкормка озимых холосовых культур. На сегодняшний день, значит, уже в районе подкормлено при плане более 17 тысяч гектаров, порядка 13 тысяч гектаров. У нас первая подкормка идет, то есть завершаем мы уже подкормку. Я думаю, что 2-3 дня мы полностью завершим подкормку озимых холосовых культур, первую подкормку по пшенице. Также мы начали сев яровых культур. На сегодняшний день уже посеяно 150 гектаров овса и 120 гектаров ярового ячменя. Планируем в этом году посеять 9000 гектаров подсолнечника, 6700 гектаров кукурузы и где-то порядка 500-600 гектаров сои. По обеспеченности семя, значит, у нас фермерское хозяйство полностью обеспечено семенами на сегодняшний день. По материально-технической базе полностью тоже обеспечены. Техника полностью подготовлена к севу яровых культур. При хороших погодных условиях все работы будут выполнены в оптимальные сроки.